И всем привет! И сегодня я вам покажу, бах, как же можно кататься на паучке без читов, как я это делал в прошлый раз. Но, к сожалению, этот бах придумал не я. Ух. Не запалила, я уже знаю, где может лежать мясо. Туда. Нет, тут кого? Тогда на кухоньке. Так, давай быстрее, Гранька. Чё такая медленная? Я играю на нормале. Если что. Ты меня не затроллишь? Молодец. Ты меня не тролль. Ты меня не тролль. Бинго. Ладно. А Special K я уже знаю, где он может лежать. Спасибо, коробочки, что вы не падаете. Ах ты ж... Предатель. Ладно, давайте, чтобы вы не смотрели на всю эту нудотину, я лучше поставлю на паузу и переключусь, когда уже найду этот Special K. Итак, ребятки, я уже нашел этот ключ, похожий на табуретку. И издает он такой громкий шум. Давай. Главное, не сломайся. Будто обручальное кольцо на табуретке. Бежит она уже на всех парах. Так. Мяско я где-то тут выбросил. Угу. Блин. Фак. Ведь если здесь скрипнуть, она будет вот туда. Так, я ее, надеюсь, отвлек. Ты этого не слышала, нет? О, давай, увидь меня. Молодец. Красава, Гренька. И сейчас мы с вами будем действовать. Тан-таран-таран-тан-тан. Дун-дурун-дурун-д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 ун. Итак. Привлекаем, короче, ее сюда. Вы не поверите, мясо так тихо падало. Просто капец. Так. И смотрите, что же сейчас будет. В прошлый раз это я придумал этот бах с мясом. И ждем, пока паучок съест мясо. Хотя он его почти так вроде и не ест. Не правда ли? О. А если уйти вот сюда, то он заползет туда. Через текстурки. Видите? Вот и весь бах. Я Рома, царь пауков. А вам тогда спасибо за просмотр и... До новых встреч. Пока.